Ну, трясогузочка появилась. Это я картошку садить надумался. Вот они, голуби, услышали мой голос и со всех сторон тянутся сюда. Прям рядом подходят. О, сколько вас тут. Ой, гули мои, гули, да где они там сидят, а? Вот они слетают. Вот они, у меня тут есть два дикаря. Ну, вот это вот место, где вишню, она такая порчена была, убрал. А сейчас, вот видишь как, трясогузка, мы звали синичка. Трясогузка, ледоломка называют. Ножки тоненькие, она бегает и все время хвостиком гузно где трясет. Ну, а раз трясет, значит трясогузка. Бывает желтая трясогузка, это на полях. Это я вот картошку принес, только голуби вокруг окружили и стоят, ждут. Они любят-то не меня, а любят семечки, которыми я их почиваю. Пойду за водой, они за мной летят туда, колонки везде. Вот сейчас уже я буду покажу, что как. Место захламленное тут, видимо, засыпали когда-то кирпичей. Вон, садили две яблоньки посадила вчера Надя Двуха. Вот они, яблоньки стоят. Ну, я палочку около них прибил, поставил, сказать, теперь еще по две. Вот. А то еще червяков тут ничего и нету. И вон сколько из одной лунки, кажется, сколько кирпича накидал рядом. Это из земли, из земли. Вот рядом качели. Вот сейчас по порядку иду, картошку бросаю. И одновременно размочил тыкву. И тыкву я сколько там? Ну, на расстоянии 1,5–2 метра и квадратом 2×2. Сейчас вот я Надежде Васильевне дам. Она как берет аппарат, так. Батюшка сейчас звонил. Лед поднялся, потому что воды стало больше на лагерном пруду, это Комогориха. Вырвало весь пирс и унесло к тому берегу. Где доска, столбы, все вытащило. Сила страшная. Ну, вода поднялась. А на северном пруду, он называется Рыжковский, не смогли воду удержать, там маленько под эти подмыло, и дальше ниже, ниже, и ничего не делают. А некогда. Подобрался такой народ, прямо у диву, да. В прошлом году также Рыжковский пруд упустили почти всю воду. Я приехал до обеда вдвоем, кажется, с Володей. Затрамбовали, пломбу поставили, она дальше начала подниматься. А потом народ собрали, вода уже не утекала. Здесь вода утекает. Еще кое-где тает, может быть, в лесу. И ничего нельзя сделать. Ну ладно, вот тебе все, такие труды, такие деньги вломил туда. А весной я не могу поехать. Я пойду плитку выключу тогда. Но я знал, что ты или вода течет, или плитка. На плитке, от плитки шагу нельзя ходить. Это женщина. Сегодня сейчас так и считал, говорит, кто женится, это все равно, что прыгать с парашютом, зная, что 80% не раскрываются. Полное непослушание. Это целых 50 лет вместе живем, и никак на рельсы не поставлю. Пошла, забыла. Ну как же так это? Это выключенная плитка, это означает пропала. На нее течет, а потом горит все вокруг. Сказал, на сколько минут выйти, выйди. Все, и поэтому жена настоящая, это когда страх Божий есть. Страха Божия нет, ничего нету. Что по молодости к чему тянулся, это ничего нету, а остальное осталось только одна беда. Вот так. Ну, у нас, слава Богу, а тот на этом месте столкнулся. Живет за стенкой. Мне понравилось, Жириновский говорит, как 50 или сколько лет исполнилась женщина, 60, сразу ее отправляй, говорит, в дурдом. Иначе она тебя сделает больным человеком. Видишь, какие голуби у меня. Голубь абсолютно не подкаблучник. Он ее гоняет, пока она в гнездо не сядет. Не сделает домохозяйка ее. Вот это я сколько вот прошел здесь. Сейчас быстренько решил эту сторону засадить картошечкой. Картошка мелковатая. Специально Володя отобрал тут. Я вот покажу сейчас. Вот в руке лежат вот три какие, видно, что маленькие. Это ростки уже проросло. Вот и все. Сейчас посадить и бросаю семечки тыквенные. Ну, я сказал тут, Михаил Петрович Коряковцев, я говорю, ты тут что нужно поливать будешь и полоть. А когда вырастет, все, что соберешь, все твое. Если никуда некуда будет, картошка хорошая здесь родится, и тыква. Просто громадная, говорит, такая. Ну, скажу ему, если можешь, несколько штук оставь для дальних бабушек. У нас-то Потеряевке все свое растет. Разговоров об этом нет.
Вот я говорю, соседний дом показываю. Такой человек был, много алюминия собирал, там брошенные самолеты. Вот такой построил трехэтажный. И внезапно помер. А тут какие-то женщины голые по столбам лазят. Ну, ночью такой отдых. Что там, шары гоняют. И вдруг... Для меня он был хороший, у него вон там антенна, я туда попросил залезть, его я повешал, он бутылки висят. Я провод оттуда дергаю, чтобы голубей пугать, мои голуби садятся. Сядь, отойди от Ирочки, от туалета. Видишь, как что-то забыла, все, вышла из дома, не должна отходить даже шагу. Ты же сама писала, один шаг только, все. Прям боязно как. Ну, не на небо направляй, не на землю. Здесь маленько показать. Так. Что я смотрю? Лопата у меня. Только сейчас посмотрел. Вот она у меня лопата здесь. И теперь я начинаю вот отсюда вот. Какое расстояние? Я не знаю сколько, сантиметров 80. А это вот железо такое, толстое железо, полоса, чтобы машины сюда не заезжали. А если заедет, его тряхнет. Вот так. Я вот это не знаю, выковыриваю. Только я ее перерезал здесь. Какой-то тинамбур или как его зовут. Он съедобный или, говорят, целительный. Что это такое? Ну, двумя руками там держи, потом возьмешь. Прям везде вот там режу, выкидываю. Вот так. Авиоприклад, я же Василий из него что-то выжимки делал, а потом остатки на огород, оно удобрением пойдет. О. Слушай. Без реплик. Тут уже все сделаю как положено. Сейчас не подходи никуда, не подходи туда. Держи за это. Я тут столбушки вкопал. Железные, к ней надо забор подтянуть. Сюда больше не ходите, ничего не выливайте. Просто не ступайте даже ногой. Делать тут нечего. А если маленько смотреть, вырастет. Бог дал чудо какое. Бросаешь картошку. Картошка там мелюзга. Ну, можно даже две. Вот сейчас я. Теперь я семечки у меня недавно уже тут хвастаться через лунку. Сначала по два ложил, думаю, нет, не хватит. Ага. Вот это так пойдет. Вот надо на ту сторону. Игнатий. Все. Игнатий. Сейчас. Алло. Сейчас. Не пойму, что надо. Ну ничего не получается, рядышком надо в сторону отойти. Одна голова у тебя торчит и все. Так вот она же, вот. Вот это и вот. Ну, тут притягивается. Вот она, вот. Кнопку, видишь, нет вверху. Ну ее туда-сюда шевели, она видит, то притягивает, то не притягивает. Одна голова у тебя весит. Ну ты про это сказала, еще три раза скажи, пока голову не потеряешь. Ну держи, все, иди с Богом, иди, все. У меня голова кружится. Понятно, все, с Богом. Давай, иди. Давай, провожу. Держись за меня. Вперед. О, это самый колокольный звон. Ну все, ничего не получится. Какие-то выбросила сигналы. А тут у меня голуби. Все, однако. Давай, заходи. Ну, пошла. В магазин за водкой. Вперед. Давай. Держись только, не хлопнись. Вот и пожалуйста. Давай, мужик, сажай картошку, а мы ее будем есть. Так, отойди в стороночку здесь.